Сейчас включен Bluetooth. Давайте подключимся. Для этого я использую свой телефон, как обычно. Включаем Bluetooth. Инструкция мне дала понять, что Bluetooth будет называться по названию устройства. Да, так и есть название Bluetooth. Подключаем. Все новинки только на нашем сайте. Так. Включили караоке ролик. Включаем микрофон. На микрофоне есть индикация частоты. Кнопка включения-выключения, а все настройки у нас на корпусе. Раз, два, три. Раз, два, три. Можно добавить эхо. Раз, 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 два. Раз, два, три. Увеличение басов. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Добавим громкости на устройстве. Раз, два, раз, два. Раз, два, три, раз, два, три. Как обычно, я покажу вам, что это устройство, эту переносную караоке колоночку с микрофонами можно подключить и к телевизору. Выбираем настройки Bluetooth, находим. Также находим нашу колонку. Название Bluetooth соответствует названию этой модели. Пожалуйста, она легко подключается. Теперь нам понадобится сделать караоке ролик. Заходим на YouTube. Возьмем, к примеру, какой-нибудь рок. И сидя на диванчике, вы используете уже пульт от вашей караоке-колонки. Здесь также есть управление, как вы видите, громкость, управление плеером, переключение режимов работы, переключение радиоканалов. Вот, например, мы можем переключить ролики с помощью этого пульта. Следующий, либо предыдущий я сейчас включу. Очень удобно. Давайте громкость попробуем. Громкость на максимуме. Осталось взять микрофон в руку, включить его. Раз, раз, два, три, раз, два, три. Таким образом у вас ваше переносное караоке превратилось в полноценную домашнюю систему.